Здравствуйте, это программа «Красота требуется» и я, Елена Кузовкина. Наш сегодняшний выпуск посвящен осенне-зимнему гардеробу. Наши героини, продавцы-консультанты одного из барнаульских магазинов подскажут, как осенние пасмурные будни раскрасить яркими красками. Алина, 20 лет, студентка третьего курса Барнаульского вуза. Занимается современными танцами и любит активно проводить свободное время. А вот в одежде, если это не теплое время года, предпочитает классику. Девушка считает, что она яркая сама по себе, и даже в таких темных нарядах она выделяется из толпы. Мне очень нравится выглядеть официально, и так я чувствую себя более уверенно. Черное пальто длины макси, для меня это достаточно комфортная, приемлемая длина, исходя из моего роста. Мне кажется, она меня удлиняет и делает более статусной. Но сегодня Алина решилась на своего рода эксперимент. Согласилась примерить одежду ярких цветов. Будет ли ей комфортно, совсем скоро узнаем. Для начала определяемся с платьем из теплого трикотажа. Предлагаем на выбор зеленый оливковый или глубокий синий. Дополнительных аксессуаров это платье выглядит достаточно скучно. Шарфик с принтом лимонного цвета освежил и разбавил образ. Однако Алине другой вариант приглянулся более. Делаем выбор и продолжаем обновлять гардероб девушки. У любой уважающей себя женщины должно быть несколько видов зимней одежды. Норковая шуба у Алины уже есть. Подбираем пуховик. Бывает, человек приходит, совершенно не знает, что он хочет. Мы, учитывая все особенности его фигуры, все это подстраиваемся, и цвет ему предлагаем всякий разный, и стиль у нас, мы постоянно в тренде, можно так сказать. Но я бы ей что-то предложила посветлее, потому что, знаете, такой юный возраст, всегда хочется украсить. Нежно-розовый пуховичок длиной чуть выше колена и с декоративным шарфиком нашей героине оказался весьма к лицу. Чтобы завершить образ, не хватает обуви. Сапоги-чулки или тяжелые ботинки? Алина решила гулять так гулять и примерила вот эту яркую пару. Для активного отдыха на свежем воздухе вариант неплохой, но нам захотелось чего-то более женственного. Помочь нашей героине с выбором нам любезно согласились в центре оптово-розничной торговли «Мерка». И не случайно. Ассортимент товара здесь обновляется практически каждую неделю. А все потому, что на магазинных полках он подолгу не задерживается. Оно и понятно. Цены оптовые, а продажа в том числе и розничная. Приобрести актуальную сейчас зимнюю одежду можно по весьма привлекательным ценам. Более того, в «Мерке» предлагают рассрочку и всевозможные скидки. Наша компания исполняется год, и мы всем нашим клиентам предлагаем в ноябре скидку 15% на весь ассортимент. И плюс ко всему, администрация Центрального района внесла нас в список социально значимых предприятий. Тем самым мы предоставляем дополнительные скидки ветеранам войны, детям войны и там целый перечень. Центр оптово-розничной торговли одежды и обувью «Мерка» расположен практически в самом центре Барнаула, на углу проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. Среди гламурных витрин и дорогих бутиков «Мерка» заметно отличается. Главное – это цены, которые понравятся людям среднего достатка. А наша героиня, благодаря профессиональным консультантам, поняла, что яркие краски в одежде даже в холодное время года – это прекрасно. Должна признаться, что в таком образе мне достаточно комфортно, я чувствую себя более счастливой и радостной.